3 июня. Перед нами сорт трапезунд с его плодами. Супер сорт, супер урожай. Шикарный сорт. Здесь я еще не прокашивал между ряди. Вот посмотрите, что происходит здесь. Вот он, трапезунд. Видите? Красавец, просто красавец. Просто не знаешь даже, к какому кусту подойти. Все так хороши. Так радует. Это у нас только начало июня, друзья. Картина будет становиться все веселее и веселее со временем, когда он начнет выполняться. Это будет супер результат. Вот такие вот многообещающие ветви с урожаем. Посмотрите, что происходит здесь. Все в орехах, просто усыпано орехами. Вот такой вот сорт. Это уже нижний сектор. Я перешел в нижний сектор. Показываю вам кусты нижнего сектора. Смотрите, что происходит. Просто какую ветку не посмотришь, вся хороша. Посмотрите, просто красавцы. Если бы я их не проредил, здесь вообще было бы просто, была бы супер бомба. Я думаю, с этой площади, если я бы ее не обрезал, я бы, наверное, в этом году тонн 5 бы собрал запросто. В том году я собрал 2 тонны, а в этом году, наверное, 5 тонн бы вообще легко собрал. Ну, пока рано. Надо дать вырасти поросли. Эта поросль может перерасти и эти ветви. Ничего страшного не произойдет. У меня есть видео по взрослому кусту трапезунда, огромному. Там диаметр куста, наверное, метров 6, как минимум. Густота, одна густота в этих кустах. И можете посмотреть в этом видео, как я поднимаю эти ветви. Они полугроздями усыпаны фундуком. Вот этот же генотип у меня здесь в саду произрастает. И также себя очень хорошо проявляет в плане урожайности и роста, и развития. Вот все хорошо. Всем доволен. Это самое приятное, что может быть для садовода, когда его растения не страдают, не стрессуют. Кстати, мой сосед по участку, видео о нем я снимал. Как-то вы могли увидеть болезни фундука. Называется этот ролик, если я не ошибаюсь. Вот начал он в этом году обрабатывать сад весоролом. Через пару лет посмотрим на состояние его кустов. В этом году уже намного лучше стали растения. Ну, последствия прошлого года еще видны. Вот, вот так вот, друзья. Приятно, конечно, смотреть на это. Трапезунд. Вот такая у нас почва. Высокое содержание активной извести. Более 30%. Вот, если почитаете информацию в интернете, ну,
на такой земле вообще ничего расти не должно. И не росло бы. Но микробы делают свое дело. Вот. На этом, друзья, я заканчиваю. Всем пока, до следующих видеосюжетов.